Сегодня замечательный день, 25 января. Все люди знают, что в этот день все отмечают День Татьяны. Это не только студенческий день, а это день, по-моему, всех женщин, которых назвали от природы Татьяной. У нас есть в Балаклаве великолепная традиция в этот день собираться в этом великолепном зале у нашей заслуженной художницы Татьяны Михайловны Михно. Сюда приходят Татьяны, чтобы поздравить друг друга, вместе отпраздновать этот замечательный день. И вот сегодня этот день наступил, и мы здесь, как всегда, в этом прекрасном зале. Приятно в такой вот день собраться опять все вместе. 20-й раз в салоне Татьяны Михно, заслуженного художника Украины, собирается желающие поздравить ее, ну не только ее, всех женщин, которых назвали Татьянами, и пожелать им крепкого здоровья, пожелать успехов, счастья, радости, ну всего, что может только можно пожелать именно вот такой вот половине человечества, самой необходимой и любимой. Татьяна Михайловна Михно уже на протяжении 20 лет под свое крыло взяла всех неравнодушных к искусству, к творчеству людей и приглашает свой Татьянин день нас собраться в этом салоне. Мы с радостью из года в год приходим на этот праздник, на это мероприятие. И всех рады видеть в добром здравии, приятными улыбками, с радостью на лице. И дай Бог нам всем еще, чтобы наши встречи ежегодные продолжались и в дальнейшем. Сегодня день Татьяны. Замечательный, прекрасный январский день. Этот день отмечают все Татьяны. И мы желаем им, чтобы святая Татьяна всегда им помогала во всех делах, здоровье, благополучии. И мы всегда собираемся здесь у Татьяны Михайловны Михно, в этом прекрасном зале, в этом прекрасном здании, среди замечательных картин, среди прекрасных людей. И очень хорошо, что эти встречи продолжаются каждый год. Дай Бог всем здоровья, а всем Татьянам радости, мира и здоровья. Сегодня от имени законодательного собрания, от себя лично, хочу поздравить всех Татьян и отдельно Михно Татьяну Михайловну с Днем Татьяны, с Днем Ангела. Балаклава сильна своими традициями. И традиционно все Татьяны встречаются вот здесь. Сейчас называется Творческий союз художников, Балаклавская палитра. И мы здесь сегодня собираемся 20-й раз. Спасибо. Это очень-очень замечательная традиция. Я думаю, мы ее сохраним. А сегодня поздравим в 20-й раз всех-всех Татьян, которые сегодня здесь будут присутствовать. Пожелать счастья, здоровья, процветания. И чтобы зимние морозы обязательно дарили розы. Всего самого замечательного. А всех студентов и всех, кто молод душой, хочу поздравить с Днем студента. С праздником. Традиции, память и любовь к людям. И вот, когда мы приезжаем в этот дом, то мы вспоминаем все севастопольские традиции. Мы очень любим общаться с теми женщинами, которые здесь пребывают и собираются Татьяночки Михно. Дай Бог им всем здоровья, счастья, благополучия, а самое главное их семьям. Всего доброго им! Для меня имя Татьяна очень значимо, потому что в переводе обозначает устроительница. Мне кажется, это имя очень ярко характеризует всех женщин, потому что эти женщины
любят дом, преданы семьям, детям, они прекрасные друзья. И хочу сказать, что вот Татьяна Михно, которая каждый год организовывает традиционно День Татьяны, символизирует собой красоту данного имени. Мы 20-й раз собираемся здесь у Татьяны Михайловны. Вот такая традиция, уже 20-летие, сегодня практически у нас юбилей. И вот стало еще одной традицией, Татьяна Михайловна в этот день для Танюш готовить всегда подарочки такие. Сейчас мы, да, вот, ну, я думаю, что получить от Татьяны Михайловны такой подарок, это очень хорошо. Это знамя, так, да, памятные, такие знаменательные всегда подарки. Я сейчас прочитаю красивые слова, которые посвящаются тому человеку, который будет победителем. Кто вытянул? Да, кто вытянул номерочек, да. Вот. Я, с вашего разрешения, одену очки, я уже женщина. Очка. К вам при звездах и луне на сверкающем коне прилетит по снегу вскачь целый год больших удач. Ну, пожалуйста, покажите, пожалуйста. Татьяна Георгиевна, ну-ка ваш, пожалуйста. У меня 10. Вы щедро одаренная натура, действительно. Но вы открыли в себе еще не все таланты. Ищите и обретете. Всем показываю, что же у меня тут вот по номерам 10. Так сюда я и красивая. Будьте внимательны. Все, что происходит сейчас в вашей жизни, открывает вам новые, благоприятные возможности. Три. Счастье отменить нельзя. Скоро друг или друзья подарят вам праздник, который наполнит волшебством вашу жизнь. Спасибо. Начнем мы с завтрашнего дня. Сегодня серебряный пляж. Красавица. Так, у кого еще есть плод? Вас ждет неожиданная встреча, которая исполнит заветное желание и принесет вам большое счастье. Ждите. Вы распространяете красоту и свет и наполняете радостью жизнь тех людей, которые вас окружают. Спасибо. Вау, 9. Юбилярный просто так. Юбиляр, да. Покажите вам лапочку. Вы подарок девочке. Внимание. Вы подарок судьбы. Посмотрите, посмотрите вокруг, кого вы можете осчастливить. Это там, где мы были, это весь телефон. Да, ну что, теперь я хотел бы. А теперь у кого будет Татьяна, то получу прекрасные подарки. Слово от художника. Выключитесь. Пожалуйста. Ну, вы вроде всех, Татьяна, поздравили, да. А тебе хотелось бы главное, чтобы Татьяна, да на устроительницу поздравить. Покажи, Саша, да. Ой, Боже, какая прелесть. Покажи. Ой, балаклава. Покажите нам. Разведи. Красота. Спасибо. Все нормально. Ну и Григорьевич, он не смог прийти. Да.
А так было бы хорошо, конечно, если бы он был. Вот. Поэтому я вот от всех троих нас не поздравляю. Спасибо. Здоровья. Спасибо огромное. Спасибо. И когда вот идет народ в этот день, у меня просто появляется такая надежда на что-то светлое, на что-то надежное такое. Потому что общение – это самое дорогое у нас есть на сегодняшний день. Поэтому давайте будем общаться, дружить, любить друг друга, уважать, помогать всем, кому нужна какая-то помощь. А я думаю, среди нас много людей, которые работают на таких постах, когда большие трудности. Так давайте их согреем сегодня. Балаклава столь зимней, тут только и согреешься на самом деле. Это совсем плохо, ты вспоминаешь, а у нас же есть балаклава. Это да. Примерно все, слава Богу, я дома. Отличающиеся теплом, добротой, замечательными людьми. И вообще, Танюш, за столько лет вот встреч на День Татьяны, когда наступает январь, начинаешь до 25 числа считать дни. Говоришь, как там будет, что там будет. И вдруг звонит Татьяна Михайловна, говорит, так мы как, встречаемся? Как пароль, значит, встречаемся. Да. Спасибо. Вообще мы на год, начиная с января, отсчитывая от 25 января в День Татьяны, мы получаем на целый год положительный заряд энергии. Вот именно в этом помещении, в этом прекрасном зале у Татьяны Михайловны Михно, нашей замечательной художницы, у нашего председателя Союза художников. И мы гордимся, что мы рядом с этим человеком. И мы благодарны ей за то, что она собирает нас в этом прекрасном зале, где мы встречаемся, где мы улыбаемся, где мы находим друг друга с радостью, с любовью. И желаем друг другу всего хорошего. Татьяна, с днем Татьяны вас! Татьянин день, он собирает не только Татьян, но и друзей, которые любят искусство прежде всего, потому что мы, художники, здесь собираемся, проводим всякие выставки, и все почитатели, все поклонники наши сдружились на сегодняшний день до такой степени, что стали родными людьми. Я поднимаю бокал за ваше здоровье, за ваш успех каждому на своем поприще, чтобы была удача, чтобы мы были всегда радостны. Удачи! Да. Ура! Татьяна Михайловна, назвали ее именно Татьяна. У нас есть повод попраздновать 25 января. Спасибо! Что тех, Татьяна, у Татьян есть вот праздник зимой, правильно? Да. У нас, конечно, зима не такая более-менее теплая, хорошая, вот, но хотелось бы, чтобы, может быть, когда-нибудь у нас будет праздник Татьяны день, и чтобы у нас такой был пейзаж, только в натуральном виде. Я представляю, мы с горы все отсюда. Да, и мы вот там празднуем на улице. Поэтому я желаю нам всем, чтобы следующий Татьянин день мы отмечали вот при такой погоде. Пусть он хоть на один день будет, на полдня. Вот сейчас мы города работали хорошо. Нет, на полдня. Вот сейчас выпал, мы отметили, а потом все растало. Иначе наша служба города опять будет в космосе. Завтра 9 минус 10. Ну, завтра уже можно. Поэтому всем Татьянам вот такой красоты, как на вот эту картину. Чистоты, красоты и, конечно, удачи, чтобы всем вам, а через вас и всем женщинам было комфортно на этом свете. Спасибо. Спасибо. А ты помнишь? Татьяна, это... Четыре депутата. Это четыре депутата. Я не считаю аппарат. Вот, вот, да. Вот, вот. Аппарат, если бы сколько нас посчитало, у нас вот именно сколько у нас Татьяна? Из отрывов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я ничего не делаю. Я не смогу.